خداوند بوده خوست تولشون تولشانی میلیوین دسادو دشمه ویندیمونده لانکونه ده دهانگوی وقتی ساعت هفت. Как вы уже догадались, сегодня мы поговорим о талышах, об этом древнейшем народе Закавказье. Согласно Маркварту, впервые термин «талыш» упоминается в армянском переводе романа «История Александра» в XVI веке, хотя сам оригинал написан на греческом языке в V веке. Любопытно, что сегодня талыши – первый по численности автохтонный народ Республики Азербайджан. Тем не менее, этот народ не имеет своих средств массовой информации на территории Республики Азербайджан. Для того, чтобы вещать на родном языке для своего народа, им приходится это делать из третьих стран. Сегодня мы покажем в эфире, предоставим вашему вниманию мою беседу с человеком, который находится в изгнании на территории Российской Федерации, директором Талышского национального телевидения Забилом Магирамовым. Надо сказать, что у вас не только телевидение, но и радио. Вот вообще в коллективе сколько человек вот вещает именно на талышском языке? Ну, около 10 человек у нас. Тут основной мои ученики, которые я учу навыки языков, потому что тут не только там знак язык, тут уже есть дикси, все остальное. Да, да. И важно литературный язык. Литературный надо, потому что у нас много терминов еще как бы не до конца не доведены до ума. Иногда даже приходится во время выступления это уже набись, как говорится, да. смастерить. Но это так не пойдет, потому что языки надо все это. Ну, коль у нас не было ничего, и так мы начинаем. Я думаю, в будущем мы дойдем до такого уровня, и у нас, естественно, как и у других народов, все термины, все остальное, литературный язык. И мы вот начали это с телевидения. Ясно. Мы с вами не политики, мы с вами обычные журналисты, да, но иногда политика, конечно, касается журналистики, никуда не денешься. И отсюда вот слагается такой вопрос. Практически в Азербайджане талыши – это второй по численности автохтонный народ. То есть это крупнейший народ в Азербайджане. Почему так случилось, что телевидение и радио делается для талышей за пределами Азербайджана, а не внутри Азербайджана? Если автохтонно, вы говорите, да. Это первый по численности, потому что... Ну, если автохтонно, то да. Турки, да. Вы считаете, там по численности больше, они не автохтонны, потому что они приезжие. Но, извини меня, ради Бога, мы всегда были рады гостям, но когда гости уже не знают свое место, ведет себя нагло, ну смотрите, Россия, такая огромнейшая страна, такой русский душа, и столько там народу, и все себя чувствуют в своей тарелке. А почему бы нам, маленькие азербайджане, этого не делать? А считаете, проблема во власти? Тут, естественно, тут проблема во власти, но это, увы, я вам скажу, хотя при всем моем уважении у нас и туркинских друзей есть. Да, да, я же и говорю, что да, политику вы же знаете, мы говорим, но, увы, это мои великие сожаления. Это уже ваш быт. Потому что многие не понимают, многие уже как бы вот эта агитация, такая вот эта мангуртизация этого народа, они считают, что если талыш сегодня... Вы знаете, интересный факт я вам скажу, что у нас в Азербайджане все нас талышами называют. Даже и не раз с укором, как бы, вот, с насмешкой. Вот некоторые там, да. Ну, вы знаете, если вот знаете Азербайджан, знаете, есть такой, ну, вот этот такой неприятный, ну, да, такой талыши, момент, это да, где-то там. Да, вот тогда. Но они нам говорят талыши. Вы талыши. Или там где-то за спиной говорят. Вот плохо то, что, не знаю, или плохо, или как можно говорить. Когда мы уже себя называем, мы талыши, они говорят, не-не-не-не, вы не можете себя назвать талышами. Только мы можем вас назвать талышами. Вот это, конечно, очень неприятно. То есть политика двойных стандартов. Да, вот политика к талышам, это еще
советских времен, как, конечно, были там какие-то там, потому что там был советский народ, там можно было куда-то пробраться, там можно было подняться куда-то, но не было такой вроде как бы национальной. Но все-таки оттуда начался наша беда. Наша беда начался с Туркманчайского, Люстянского соглашения, которое соглашался. Ну, потом... В общем, Талышский народ и вообще Талышистан тоже был разделен на две части. Да, Талышистан разделен. Юг остался в Иране и север... Большая часть остался в Иране, в составе Ирана, но мы тоже были в составе Ирана, потому что, вы знаете, вот события русско-иранской войны, ну, эту историю мы не хотим сейчас переворачивать. Но вот, по воле судьбы мы оказались частью Советского Союза, естественно, и нас автоматом все переписали азербайджанцами, это была тоже политика, мы не хотим же... Хотя республика так называлась, Талыш-Луганская. Да, да, было, и талыши, естественно, 1,5 миллиона талыши сейчас практически без всякого, вот, все у них отняли, ни языка, ничего, смотрите, Ланконе, в нашей столице Ланконе, выходит телевидение, это ведь... На азербайджанском языке? Да, выходит на азербайджанский язык. Даже его название не талышское телевидение, а южное телевидение. И наши, даже наша земля талыш, мы талыш называем. Сейчас Талыштан говорим, потому что Талыштан будет государство Талыштан. Да. Нас южным регионом называют. Если по правде видят, мы... То есть избегают это название. Мы не южные, понимаете? Да. Это южные, это как это? Если едешь в Иран, мы уже не южные, уже северные. Да. Вообще, самый южный час Азербайджана – это Нахчиван. Почему их Нахчиваном называют, а нас южным? Ну вот это тоже грязная такая политика. Это наш народ уже достиг апогея ассимиляции. Естественно, я не мог такой момент тоже свободно дышать, хотя у меня были очень многие возможности заниматься бизнесом и иметь хорошие деньги, и они у меня были, и я на все это, как говорится, взял черным чернилом, подчеркнул и считал, и всю мою жизнь, сколько Бог мне даст, даст Бог, я буду посвящать своему народу, потому что я не хочу, чтобы наши дети в будущем жили так же, выросли так же, так, разговаривали на другом языке, и вообще, это мангуртизация вот этого моего народа для меня, но я это не воспринимаю. Не знаю, кто-то кому-то нравится, пускай, но это я буду до свой... Ну, сложно осознавать себя исчезающим видом. Это да, понятно. Это говорит, что это наш народ, стоящий у истоков индоевропейской цивилизации. Это талыши, это гадуси, это все это. И народ, и весь мировое сообщество сейчас с таким... легким как взглядом смотрит, как это народ пренебрежение небытия. Это уже, конечно, это преступление большое, большое преступление. Потому что наш народ, я встречался со многими учеными, ирановедами всякими, они столько о моем народе меня рассказывали, даже столько я не знаю. Вот, знаете, вот все это обидное, что вот мы действительно народ, государство образовывающий народ, и мы народ во всех отраслях, и языковых, и других, и кухнях, все, что, то, что у нас есть, это просто дивно. Да, ну, я вам могу сказать, что, в принципе, Баку прославляет талышскую культуру только под азербайджанским соусом. Да. Мейхана, например, которая очень известна сейчас, ведь мало кто знает, что это на самом деле талышское искусство, а не азербайджанское искусство. Ну, да, мейхана, знаете, вот эти... Ну, одна из мелких, малость, да, скажем. Ну, так, например, да. Возьмем любой народ... которые цивилизация дает мировое общество, это кухня, это кухня, это понятно, землеводство, это другие отрасли жизни человека. Да. Смотрите, кухня азербайджана. Она полностью состоит из талышской и иранской. Полностью состоит. И этимология, все это название еды, все талышское. Ну, лаванги или возьмем другие вещи там, скажем, да. Это все талышские. Но они упорно все это делают, поделывают по-туркски. Ну это просто нонсенс, ну зачем это так делать, ну мы, ну талыши понимаем, да, ну и я все это вот несправедливость я не мог переваривать, и я считал для себя унижением, и я мог бы жить лучше, и у меня были много предложений, и со стороны, я вам скажу откровенно, я все это отверг, и выбрал тяжелый путь, трудный путь,
Но я даже могу голодать. Я вам даже скажу, опасный какой-то степени. Ну, пускай будет опасно, но мы день родились и день умрем. Зато я, может, у меня есть большое, у меня есть уверенность, что мы к чему-то добьемся и придем. Да. Вот скажите, такой вопрос, мы сейчас много о чем уже поговорили в коротеньком вопросе. Вот во властных структурах Азербайджана, естественно, есть и этнические талыши тоже. Ну, это так надо, чтобы показать свою толерантность. Они могут как-то способствовать развитию своей национальной культуры, вот, лоббировать ее, скажем так? Знаете, я вам скажу, нет, конечно, это однозначно нет. Потому что я могу сказать, вот, например, есть депутаты талыши, но они, да, они в глубине души талыши. Ну, шейх тоже, насколько я знаю. Но иной раз они такие, извини меня за выражение, гадости делают против талыши, даже... Любой властный структурный люди... Вы думаете, они осознанно это делают? Или здесь во главе угла деньги? Знаете, и то, и другое. И то, и другое. Но предатели есть в каждом народе. Да, но хотя предатели это действительно в их смысле сейчас самый большой предатель являюсь я. Угу. Но я, слава Богу, что я не передаю свой народ, талышский народ. Да. Интерес. Я если интерес передаю какой-то клану, который командует, там, извини меня, издевается над этим бедным азербайджанским народом, который они там, извини, 24-25 народов. Да вы ничего и против азербайджанцев даже не имеете, насколько я понимаю. У вас вопрос только власти азербайджанцев. Мы против никого ничего не имеем. Но я не меньше тоже вас знаю, что Азербайджан, азербайджанский во всяком случае СССР, была однажды многонациональной республикой, да. Проблем как таковых особо это и не было. Люди жили, говорили на разных языках, один, допустим, тот же армянин знал и азербайджанский язык, и русский язык, и наоборот. Также и талыши на нескольких языках говорили, как таковых особых проблем не было, это после независимости все пошло, поэтому... Когда я тоже делаю какие-то выпуски, я всегда упоминаю о том, что против азербайджанского народа я ничего не имею и не имею права иметь. Потому что среди них очень много порядочных, довольно хороших людей, и было бы глупо, конечно. Против любого народа не надо иметь ничего плохого. Да. Скажите, вот могли бы вы рассказать о сетке вашего вещания на телевидении? Как это все строится, как подбираются сеть программ, лента новостей и так далее? Ну, вы знаете, я же вам в начале нашего разговора рассказал, что действительно тележурналистов талышской не было в талышском языке. И у меня навыков тоже не было. Но благодаря друзьям, которые мне подсказывали, и даже у меня не были... Советники из телевизионного дела, понимаете, это все была моя инициатива. И моих хороших друзей, которые поддерживали меня. Ну вот, сначала у нас было чуть по-другому, там, история, язык, там, все это, про культуру, там, все это. И естественно, гвоздем всегда было мое выступление, я выступал, писал, и, естественно, у нас... Смотрите, наше телевидение, у нас и титрами идет, потому что мы и это на русском пишем, чтобы и титры были, и что были. Вот, и действительно. Вот. А в данный момент, уже проходя 9 месяцев, как мы уже работаем, уже мы вышли на какой-то уровень, действительно. Уже телевидение, уже новостной блок, у нас есть хороший реферант, здесь работает, который они хорошо умеют по-английски говорить. По-немецки и других языков, фарси очень хорошо говорят. Я знаю, даже на азербайджанском. Да, азербайджанский для меня проблем нет, и русский как бы проблем нету. Но фарси я тоже знаю, но естественно литературный язык. Но они все это переводят на русский язык. У нас телевидение рабочий язык, это русский язык. Это для нас очень как близкий язык. Мы все понимаем на этом языке друг друга. Естественно, все то, что с ниточку по миру, как говорится, нужно нам. Но не обязательно это было бы на талышском, по талышской тематике. Сегодня ведь главная речь в том, что, чтобы мои талыши осознали мировой новости, на средства массовой информации. Можно озвучить от Reuters, от РИА Новости или от других информационных этих, ресурсов. И чтобы на нашем талышском языке это как звучит.
Люди живут параллельно, смотрят в других языках, я думаю, русский язык, тем более русский язык такой богатый, такой все понимают. И они сопоставляют, да, русский язык не хуже других языков. Вообще ни один язык не хуже другого языка. Я так понимаю. Нельзя так своя говорить. Своя изюминка в каждом языке. В каждом языке своя изюминка. Надо исходя из этой точки и уважать все это. Ну, пускай все развиваются. Что тут такое плохого? Почему Азербайджан не дает? Почему 1,5 миллиона населения не имеет ни радио, ни телевидения, ни никаких книг? А газеты есть? Газета есть. Частный один человек выпускает, и то он уже достал всех. И у этого деньги просто у того. Там же, это естественно, да. Коммерческий издание. Коммерческий, да? Естественно, я его понимаю. Но хочет, чтобы газета вышла, но тут еще тут надо жить, извини меня. Но это же должен быть государство обеспечивать, чтобы 1,5 миллиона народ бюджет должен. Но это как это узнать, эта схема делается. Но это же вовсе не делается. Наоборот, сейчас назвать себя талышем, это преступление в Азербайджане. Вот после таких все это, я как мужчина, талышский мужчина, не хочу жить в богатстве, в шике, в такой стране, в которой моему народу места нету. Мою уникальную культуру перед моими глазами уходит в небытие. Я это не восприму. Для меня легче, извините меня за такой, я легче умереть, чем это увидеть. Вот мой кредо. Ясно, скажите, а какой-то, вы все-таки показываете себя в эфире, да, это очень опасно, по сути, учитывая власть нынешнюю в Азербайджане. А скажите, какое-то давление вы на себе ощущаете? Может, какие-то угрозы или что-то подобное? По социальным сетям меня очень ругают, при том унизительным образом, унизительным, короче, не подобает ни одного человека, ни еще не говоря, мужчин. Некоторые мужчины, ну, вы знаете, азербайджанский вот сленг, который ругани. Да. Ну, я, конечно, это не воспринимаю ближе к сердцу, это нормально. Если меня они ругают, матрят, значит, я попадаю в точку. А так, серьезно, ничего нету, потому что, извини меня, но я же гражданин России, и у меня есть гарант, президент страны, и у меня есть гарант Конституции Республики моего, который я уже являюсь давним гражданином его. Я думаю, все такие факторы останавливают тех сил, что действительно нельзя. Но и учитывая тот факт, что я день за день уже как бы узнаваемо становлюсь, вот тоже так. Ну а так серьезно, но такого вы ничего. Вы не отвечаете никому? Я никому не отвечаю, никому абсолютно. И таких даже. Но поначалу, конечно, меня молодость брала, как бы я вспоминал. Потом и естественно, во время работы, когда работаешь, это же такой вещь, здесь с людьми работаешь, это же почти можно политика. Держать удар. Это же почти политика. Да. А политикам быть, это надо все это нормально смотреть на эти вещи. Но вы же наверняка получаете и позитивные отзывы, хорошие. Позитивные у нас ой-ой-ой. Намного больше. Но только от своего народа. Вот. Но это самое главное. Меня это только радует, что я не предатель своего, своего народа. И меня как-то обзывают, предатель называют там азербайджанские интересы. Какие там интересы, если мне там места нет? Вот такие вещи, вот то, что происходит. Объект вещания это в основном юг Азербайджана и Иран, да? Ну, не знаю, у нас пока идет переговоры с инвесторами, мы хотим выйти на спутник. Это уже тогда будет. А сейчас какой вопрос? Пока у нас только интернет-телевидение. Интернет-телевидение. Ну, я вам не скажу, что где там смотрят, вроде везде смотрят. На интернете же можно везде смотреть. Ну вот, ну делается, конечно, тоже много против нас в интернете, но ресурсов-то у Алиевского фонда много, они там, там какие-то делают, счетчики мало показывают нас, но меня это не интересует. Самое главное, выдал и все. Люди смотрят, потому что по моим, как бы, мы так общаемся все-таки разными путями с нашим народом, живший даже в отдаленных селах. Но мы нижней строкой покажем, как вас найти, адрес, чтобы выйти на канал. Будем рады, если вы будете показывать. Естественно, это тоже... ТМВ, да, мы благодарим вас. Латинскими. Там же можно наш линк, да,
Ну, там вы найдете, вы знаете. У нас очень много подписчиков и среди талышей, но в основном проживающих, конечно, в России, потому что я с ними разговаривал, они, естественно, опасаются за своих близких, которые живут в Азербайджане и не всегда могут из своих подлинных страниц, скажем так, в социальных сетях даже находиться. Вот слагается следующий вопрос. У вас наверняка же тоже есть близкие в Азербайджане. У меня есть близкие. Они есть давление какое-то? Вы знаете, у меня есть близкие. Как не может быть близкие? Но они ко мне какие отношения имеют? Я вольный человек. Вы да, но властям это не доказать. Я сознательно ушел на все. Даже все мое родственников, близких истребят, и меня не остановили. Хотя это кощунственно выглядит, говорит так. Но я же давно вообще с Азербайджаном не имею никаких связей. Почти. Вы та персона нон грата официально? Ну, сейчас, наверное, да. Сейчас, наверное, вы не проверяли, да? Да, я не уехал, потому что, наверное, да. Но у меня и такого страха нет. Только у меня страх того, что... ну, естественно, они могут что-то делать, просто, значит, дело останется половинчатым. Потому что по полученным письмам мною наших талышев, еще вам я вам скажу, в конце времени, наши талышские женщины очень активно стали писать. Это очень радует. Это женская половина, час есть и такое, это мужчина. Вот, и, естественно, это уже будущее народа. Это генофон народа женщин. Я как бы вот только меня останавливает этот факт. А так я ничего не боюсь. Да, что такого? Над нами Бог, я думаю, ему виднее. Что наркотиками не боятся человека. Да, и ничем такого не занимаемся, чтобы она вызвала такой... Угу. Ну, я разговариваю на своем языке, и все. Скажите, а вы бывали когда-нибудь в Ереване? Я в Ереване бывал в 87 году. Это как раз я когда возвращался с России, но тогда не было. Не было билетов, я вам скажу, интересный такой случай был. Не было билетов, было в Сочи и в Ереван. Но я выбрал из Москвы в Ереван. И у меня как раз было случайно в Ереване человек, который мы вместе с ним в Ульяновске работали. И его телефон был. Я позвонил с аэропорта, он меня встретил. Это было очень такое... Я 4 дня побыл в Ереване, мне очень понравился. Красивый такой коричневый город и красивый отделками. Но вот, и был у них в аэропорту, Звартнос называется, да, вот это. И люди, конечно, были, ну, похожи очень в чем-то нашим талышам. По антропологии, да. И по такой... Так я был, да, был в Ереване. Конечно, с удовольствием еще поеду, если... У вас там есть друзья? У меня друзья везде, я вам скажу. Угу. Для меня нету границ национальности или там чего. Везде есть друзья. Ну, поколе они меня, наверное, сейчас некоторые у меня тюркские друзья уже от меня отвратятся, потому что я... Это, наверное, не думающие друзья. Да, но это для меня... великие потери, хотя... Я думаю, они так же поступили бы, если они патриоты своего народа, то же самое бы поступили бы, как и вы. Да, вообще, но они только более привилегированно положили. Да, понятие друга для меня, я так понимаю, человека не может друга. Много знакомых. У меня друг один, до сих пор он верный меня, мы с ним вместе выросли. Азербайджанец? Талыш. Вместе выросли, вместе учились. Самый мой верный друг, он сейчас живет в севере тоже. Вот, вот у меня единственный друг, он, и все я могу ему рассказать, он тоже мне может все рассказать. А остальные, то, что есть, они знакомые. Ну, так просто говорят, заведено говорят, друзья, не может быть много друга. Человека или бывает не одного друга, или один друг. И так, скажу вам, как бы не в теме какого-то. Да, я вас... Да, скажите, какова сейчас официальная и неофициальная численность талышей в Республике Азербайджан? Официально очень мало, 80 тысяч говорят, где-то там 200 тысяч. Это официально? Да, официально там, где-то 22 тысячи говорят, потому что, представляете,
У нас, я вам такую вещь расскажу. Наше село очень много ребят живут. Такой город славный есть на севере, Нефтьюганске. Uh-huh. Вот. Там можно сказать, где-то можно 9 тысяч наших село живут. Uh-huh. И когда там ребята, люди, естественно, разные бывают. Там один-два человека там, короче, там попали в такой криминальной ситуации. И оттуда прокурор писал письмо наше сельсовет. Помним этого случая. И он, естественно, они видели, что столько тысяч, они думали, это наше село Маду называется, но официально его переименовали на Махмудавар. Он думал, Махмудавар какой-то область. Он писал, глава области Махмудавара, вот так он начинал свое письмо. Интересно было. Они думали, если, извини меня, с одного места 2000 человек живет только в одном городе, ты знаешь область. Ну, наше село очень древнее, ну, там, скажем, да, и только в нашей селе 10 тысяч человек. И в соседней селе где-то столько. Но по последней переписи у нас всего писали 22 тысяч. Mm-hmm. Это два села. А остальные 350 тысяч населения только в Ланхоне, Энкараме. 70 тысяч в Лирике. 75 тысяч остальные. 120 тысяч, 150 тысяч в Масалах. Скажем, там, и больше половины. А бывает такое, что сами талыши во время переписи записываются? Много, много бывало. Даже это в России бывало случай. Понимаете, это... А почему? Да. Национального самосознания? Или вот это вот уже привычка говорить на азербайджанском языке? Вы знаете, сидя, как бы, обсуждать все это, понимаете, легко. Тогда, если ребенок открывает... Сегодня, например, меня одна женщина написала. Я говорю, как она уехала из Москвы с детьми, поехала в Ланхон. Она сели. Скажу там точно. Пишет меня. Я говорю, как там, как дети, как люди там. Ну, просто мне интересно, что это мой народ. Это... Она меня пишет, дорогой, вы знаете, я даже не хочу вас, чтобы вы там, извини меня, нервничались, а я тут нервничаю. Я говорю, в чем проблема? Она говорит, я привел своих детей, чтобы научиться талышскому, здесь все по-турецки говорят. Угу. Понимаете, такой тенденция идет, это насильная ассимиляция. Они хотят говорить, почему талыши, извини меня, не разговаривают, кто их не заставляет? Слушай, дорогой мой, если ты утром глаза открываешь, телевидение по-турки, радио по-турки, газет по-турки, школа по-турки, везде базар на турки, мазар на турки, извините меня за выражение, везде все это... Где работаешь, если не знаешь турецкий язык, тебя никуда не возьмут. Если там что-то писать, надо турки писать. Еще надо правильно все это писать. Это все эти вот эти вот проблемы вынуждают человека, чтобы изучать эти языки. Разговаривать на этом языке, да, чтобы у него не было акцента. Все остальное, все вот эти факторы дают от того, что, вот, то, что мы получаем. Если было бы все это параллельнее, то талышский язык тоже был бы как государственный, на уровне государственного языка, второй язык региона. Конечно, вот эти проблемы можно было избегать. Что им мешает так делать? Они же сами себя хуже делают. Потеряют такой потенциал, такой народ, который имеет такой... Они же не понимают этого. Клану Алиеву только деньги нужны. Причем это им какой-то там, извини меня, цивилизация или какой-то там чего-то. Вот то, что вот это... Естественно, это так не может продолжаться. Талышский народ должен свой сказать. Двейские слова должен сказать. Если не скажет, он значит, скоро помрет. И последний такой вопрос, скорее всего, не вопрос, а уже просьба. Вы можете обратиться на родном языке, на талышском языке, который мы продемонстрируем уже через наш канал. Обратиться к своему слушателю. Вам слово. Хоза тулушу, обашма сачал. Чама зубом, хинд Авроба зубони хайзуном, ве хадими, ве ганчина зубом. А улам ки, ышта зубонда, гапножом. Шо зубонда, то акценти, тиликати, тиликати гапше, айбни. Ышта зубони, назни айбни. Зубон, İnsuni, hər milləti, müəyyən.
Звоном не знаю, иштеген не знаешь. А вы аз, башма хамма ашу дагандам. Башма турштани миллиардинда су тенли гелханам. Бама ашта номон бану иштанам. Ишта нана звони биру бемаканам. Чама звон, бсатна холда, чама беневи, чама эмине. Хадаван далам, башма хуан буду. Хадаван далам, шмани бая. На этом все. Встретимся совсем скоро, непременно.